Вас приветствует канал Сибирь 38. Всем привет, друзья! Вы на канале Сибирь 38. Начало сентября, и мы выехали на рыбалку. Сегодня едем снова в Усть-Илимск к нашему другу Александру, канал «Рыбалка в Сибири». Значит, доберемся сегодня туда примерно часам к 10. Встречаемся с Сашей, цепляем за УАЗик каракат и тащим его в сторону речки. Там оставляем машину в лесу, садимся на каракат и добираемся до речушки. Вот такой у нас сегодня план. Но сейчас мы проехали уже 150 километров. Осталось нам немного до Усть-Илимска, где-то 120 километров, и мы будем там. Вот, в пути мы уже 2 часа. Едем мы сегодня с Алексеем. Алексей, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, едем? Да. Как настроение? Замерз, что ли? Печку включил? А что-то здесь прохладно уже. Так не говори, я говорю, чем севернее, к Усть-Илимску, да? Листва желтые и холоднее. Ну все, едем дальше. Будем добираться. Мы добрались до Усть-Илимска. В дороге мы были 3 часа 15 минут. В принципе, доехали нормально. Одно плохо, что уже темнеет рано на улице. Сентябрь месяц. Все, мы сейчас заправляемся. Заправим. Добьем бак. Заправим с собой канистру. И едем навстречу к Александру. Он уже на каракате выехал до места нашей встречи. Все, друзья, едем дальше. Подъезжая к Усть-Илимску, догнали дождь. Вот начиная где-то примерно с Идучанки, начался дождь, и вот моросит и моросит. Приехали, здесь сыро. И вот сейчас такой мелкий-мелкий поливает дождик. Вон видно, капает. Ну ничего, будем надеяться, что погода восстановится, дай бог. Но пока заправляемся. Время 22:30, встретились с Александром. Сейчас будем цеплять жесткую сцепку. Александр свой каракат поставил на УАЗовские мосты. Вот, и мы хотим снять задний кардан, чтобы коробка не крутилась, в холостую тащить. Ну а потом там уже на месте мы будем ставить обратно кардан. Так легче тянуть. Так что вот, все, сейчас все сделаем, зацепим и поедем дальше. Что, Иван? Хорошо мы быть ждем. Репортером, да? Да. А то мы вот тут работу работаем, а кто-то ходит. Привет. Привет, Иван. Как настроение? Отлично. Все, подцепили, все сделали, кардан нацепили. Пилить нам. Сколько примерно нам 220 даже километров? Отсюда. Вот отсюда, от этого места у нас, да, начинается наше приключение. В общем, зацепили вездеход на жесткую сцепку, кардан нацепили. Все, сейчас он у нас пойдет холостым ходом. Будем тянуть сколько сможем, ну а дальше уже будем пересаживаться на вездеход. Правильно, Александр? Да, правильно. Все, стартуем в ночь, как всегда, друзья. Да. Чтоб к утру быть. Да, к утру надеемся. Надеемся, доберемся. Дождик немного успокоился, но вот морось какая-то летит, а впереди вроде как туман. Вот видно какое-то зарево там и туман. Все, едем, едем. Время 4:20. Добрались до места перегруза. И вот столько грязи мы с собой везем на машине. Грязь налипает. Весь багажник у нас и весь вездеход закидало грязью. Ну, будем перегружаться. Алексей, убирай грязь. Давай. Я рулил, так что давай, Иван. Как отшкрепать-то? Как пальцами. Пальцами, руками. Пилу можно достать вот так сверху. Время 6 часов утра. На улице расцвело. Небольшой туман. Ну и мы вот здесь вот целый час почти отмывали вездеход. Доехали до лужи.
Вот топтались тут. Все отмыли. Потому что забрызгало все, пришлось снять тент. Все отмывали, чтоб ехать было у нас чистенько. Да, Санек? Да. Вот это накидало. Утренняя мойка. Да вообще, начали по темну. Во сколько? В 5 часу, да, мы где-то? И вот только закончили. Ну ничего, отмыли. Все хорошо. Все, пересаживаемся. Да, и едем, перегружаемся. И все, а едем. Перегружаться, просто пересядем. Не, надо перегрузить сейчас остальное, и все. И стартуем до речки. А до речки нам еще далеко. Сотня верст. Ладно, будем перегружаться. Мы загрузили вездеход. Стартуем. Машину припарковали. Оставляем здесь в лесу. И теперь предстоит нам дальняя дорога. 7 часов утра. Засекаем время, да? Еще столько же в пути, сколько ехали. Ну да. Долго на Егорке мы сейчас будем ехать. Все, стартуем. Заводи, Санек. Ну, ребята, Александр у нас был с 7 утра за рулем, сейчас 10 часов и мы поменялись. Так как дорога тяжелая, устаешь, чтобы приехать вместо лова с силами и энергией, мы поменялись. Сейчас очередь Ивана. Хорошо, идем. Какая скорость, Иван? 15 км/ч. Ну. Крейсерская скорость 15, да? Да. Первая преграда у нас на пути. Такая серьезная. Доехали до первой речки, а моста нет. Придется в объезд, наверное, объезжать. И вон в лесу когда-то, видимо, стояло зимовье. Два венца лежит. Ну что, пойдем посмотрим. Дождь моросит по-прежнему, сыплет. Хорошо мы тент натянули на вездеход. Вот беседочка какая-то стоит, свежесколоченная, кстати. Че, в обход, да, Санек? Да, вот это речушка. Такая же, смотри, вот красота. Да вон плещется, кстати, мне. Или это буруны так? Да, буруны. Так, давай переедем. Я предлагаю позавтракать. Здесь, да? Да, здесь. А вот, кстати, беседка хорошая. Да, посидим, позавтракаем. Можно взять спиннинг вот здесь, прокидать блёчники. Вот тут-то яма вообще серьезная. Да, здесь ямка хорошая. А здесь зимой был. Да? Ну давайте попробуем, а что? Может, на уху даже поймаем. На малосол сразу, да? Сагудайчик какой-то. Ну, давайте пробовать. И вот здесь можно. Ну, как бы не плещется, да? Ну, надо сначала, наверное, это, проехать, чтоб муть. Или покидать, ну, не мутить, короче. Так если мы куда проезжать? Будем, если давай. На беседке, что потом идти? Зачем нам-то? Ну, все, ладно, давайте завтракаем. Время обернуло, ну, такая речка большая. Интересно, а мост смыло, что ли, так, или специально смыло, да, его весной, видимо? Да, а, вот коряга-то, бревно. Ты представляешь, воды сколько было? Лишь бревно лежит. Коряжник это затянуло просто под этот подмост. А, его и весь сдвинуло, сорвало. Нет, вода выше пошла и все. Ну-ну-ну. В воде деваться некуда. Ну, понял. Ну, все, ладно. Идем завтракать. Время у нас уже 10 часов. Не, видишь, как... Ладно. А что нам беседка зачем? Погода опять не радует нас. Моросит и моросит. Убиваем. Вода, да. Светлая зато. Не говори, Саш, пока еще не потемнело, да? Не помолочнело. Сюда бы тентик натянуть какой-то, в беседку тогда. Да, а что, может, везде ходим в самом просто это. Ну или там. Плитку поставим. Не, место, смотри, какой этот идет. Хребетик, сосны стоят, мох, красота.
Вот места. Дичайшие места. Никого нет. Ни следа. Ничего. Ну, это лесовозные, наверное, дороги, конечно, зимники какие-то. Ладно, мы будем завтракать. Давай. Переезжаем реку вброд. Все, отлично, переехали. Снизу мост вот так выглядит, намыло деревьев. Мост нужно делать. Наверное, когда-то будут теперь делать. Время 11 часов. Пробежали здесь, попробовали порыбачить. Безрезультатно. Приготовили завтрак. Будем кушать. И едем дальше. У нас вишенка на сале, котлетки. Да, Алексей? Харизон. Молодец, красавчик. Все, завтракаем. Рыбы пока нет, но котлетки мы попробовали. Часов перекусили, едем дальше. И опять дождь разошелся, дал нам вот немного посидеть, покушать, и все. И опять ливень опять пошел. О, едем. Что? Мы продолжаем добираться до речки, до заветной. Ой, такие препятствия. Едем, трясемся. Все размыто. Такие канавы. Приходится все объезжать. Опа, сюда рухнул. Сразу туда. Дождь то начинается, то идет. Прям ливневый. Диагоналку поймал. Санек за этот год переделал вездеход. Поставил его на УАЗовские мосты. Теперь половчее едет. По-другому. Не боится порвать привода, нежели была ниловская подвеска. Все, выбрались. Едем дальше. Вон глухарек пошел. А там пятерочка вот сидит, сейчас взлетит, наверное. Вон тоже пошла пешком. А вон еще один. Выводок подняли прям. 5 штук. Вот и вон на... где-то на елку села. Вот, а вот сидит. Добрались до речушки, но это не основная река, на которой мы будем рыбачить. Сейчас Саша говорит, пробежимся, попробуем на удочку порыбачить. Ну и смотрите, друзья,
что творится на дороге вон там. Вон. Опять птички сидят. Вон. Глухарь сидит. Пару копылух. И вон там, по-моему, опять глухарь. Дальше не вижу. Вот они сидят. На горочке. На повороте. Там 5 штук подняли сейчас. И здесь. А, там дальше-то не глухарь. Их трое здесь сидит. Оп! Не боятся? Не, они вообще не пугливы. Харюзок? Вот такой. Ну что, ручеёк? Если он такой есть, значит, крупный есть. Ну, такая вот ручей-речушка. Саня не терпится порыбачить. Пробежаться, говорит, быстренько, да, едем дальше. Мы уже забрасываемся. 12 часов. Ну, правда, с остановками, конечно. Тяжко, трясемся потихоньку. Местами там все размыто, промыто. Бревна. Профиля вот эти все. В общем, 12 часов пути уже от УАЗика уехали. Еще не добрались даже до речки. Скоро уж темнеть будет. Ладно, я не пойду за Саньком, пусть идет. Поймает. Нет, так нет, едем дальше. Ехали в глушь. Едем. А тут такая дорога. Илим. Видимо, возит лес через Ангару. На Ангару, Саша говорит, возят и баржами уже до Усть-Илимска, до ЛПК поподнимают лес. Вот. Пожалуйста. Практически цивилизация. Ровнейшая дорога в лесу. Вся отсыпана вон булыгами. Вот. А ехали по буеракам всяким. Ну, сейчас здесь недолго уже. По этой дорожке. Поэтому доскочим. Все, мы добрались до крайней точки, куда планировали добраться. Ну завтра мы еще пешком пойдем, да, Александр? Да, ты тоже. Ой, в общем, тут тяжелая наша заброска у нас получилась. Установили уже палату. Будем спать, отдыхать. Сейчас все разложили, вещи. Маленько тут подсушиться нам надо. Вот опять заморосил дождь. Но никак не перестает. Он тарабанит. Сейчас быстро перекусим. У нас будет тушенка и лапша. И все, и валимся спать. А завтра уже пойдем к речке. Да, Саш? Устал, малех. Рулить столько по этим делянам всем буеракам, да? Да. Леха у нас уже кемарит. Ладно, все, до завтра. Время 9 часов утра, переночевали, выспались, спали около 12 часов тоже, да? Это у нас сон был. Готовим завтрак, идем на реку. Сейчас еще маленько подзарядим наши навигаторы, камеру. Саня вчера маленько подсадил. Леха телефон ночью уже зарядил свой, Саша сейчас свой заряжает, потому что там у нас геолокаторы, навигаторы в телефоне вчера подсадили. Заряжаем мы вот такой станцией. Портативная станция. Большой пауэрбанк, в общем.
Хорошая штука. С Алиэкспресса. Так, ну что, на завтрак у нас сегодня тушенка. Каша перловая, сало, колбаска, кофе. И в дорогу, да, друзья? Рыбаки. Сало соленое. Утром опять был дождь, моросил. Тарабанил, но вот сейчас успокоился. На улице пасмурно. И 5 градусов. Так что сейчас перекусим и пойдем. Время 10 часов, мы позавтракали, все, выходим на реку. Рюкзаки за спинами, снасти в руках, идем к реке. Сейчас нам нужно пройти где-то примерно километр, и будет речка. Сейчас по делянке тут маленько проберемся, а там по лесу придется проползти. В общем, мы хотим зайти сверху, сделать по реке петлю, ну, где-то плюс-минус 3-5 километров по реке. И выйти опять к палатке. У нас получится вот такой круг. И мы выйдем обратно сюда, к палаточке. Надеемся, что рыбка будет. Взяли, значит, блесна и мушки. Будем пробовать на все рыбачить. Все, сегодня ходовой день рыбалки. Идем, друзья, на речку. Идем по лесу, распадками, горами, сейчас вниз, потом опять на гору наверх, и потом только будет речка за горой. Вот так вот дается таежная рыбка. Алексей, бодрей! Утром встали, холодно, я шапку взял. Ну, сейчас, наверное... Сейчас тепло. Не, ну маленько, градусов 10 сейчас, наверное, уже. Что-то пошли, я не посмотрел, сколько градусов. Да 5 Ну 5 было, я встал. Сыро в лесу. Но, слава богу, дождя нет. Вот через такой бор пробираемся. Где-то речушка вон там, он правее нас. Сейчас зайдем. Будем рыбачить. Когда белый мох в брусничке, это результат о том, что где-то здесь рыба есть. Ага. По сибирским традициям, да? Брусника. Ребята, вот смотрите, вот это уже спелая ягода. А вот это еще вот буры. Вот такую иногда уже продают. Берут вот такую. Говорят, что она уже зрела. Вот такая нужна. Давай. Витамин С лесной. Ладно, двигаем к реке. Спустились с горы, маленько что-то куда-то мы промахнулись, не знаю, и вышли вот на болото. А здесь клюквы мерено, немерено, вон что, вот все в клюке усыпано. И клюква-то созревшая, вот побрать бы ее тоже хорошо было бы. Вон что ее, ковер прям, много клюквы. И уже тоже поспевшая, созревшая. Но некогда нам, нам надо к речушке идти. А болото пройдем, где-то, наверное, должна быть уже речка. А болото вон какое длинное. Идет вон как. Каким этим полосом. Так, ладно, идем дальше. Последние метры. И мы у заветной таежной речушки, друзья. Пробирались. Ух. Так. Вот такая. Ну давай, командуй куда. Вот такая речуха. Будем вдоль нее сегодня гулять, бродить. Хорошие ямки, смотри, ямки-то. Тут, наверное, Саня, мушки, не? Ну попробуем, надо все пробовать. Пробовать будем все, да? Глубокая, смотри, яма-то. Ну зарядите вот сразу, покидайте, попробуйте. Завали стоят. Ну берега, смотри, хорошие, можно прокидывать. Вон там Миша, видимо, ходил уже. Да, копытный. Или копытный, не вижу.
Кто-то выходил на водопойму. Дышу на камеру. Угу. Ну все, добрались. Будем заряжаться. Первые забросы на первом повороте. Мне кажется, надо мушки в такой речке. Хотя кто его знает, да? Это тоже от участка реки зависит. Настроил спиннинг. Будем пробовать сначала на блесенку рыбачить. Потом уже будем думать. Ну, вот такое вот местечко шикарное. Ямки есть. Попробуем сейчас. Леха, что поймал, да? Хороший? Ну, видишь, мушки рулят все-таки. Ну, у меня один выход был там. Но он выскочил и это. Он не взял что-то. Похвастайся первым уловом. Какой тут хариус водится. Что, оторвался, да? У Лёхи сейчас зацепу там был. Оторвал мушку, не спас. Ну-ка. Что там за черныш? О, красавец. Угу, добрый. Это мушка, да? На мушку. Пошел блесну кидать. Под завалом стоит где-то. Переправа на тот берег. Так-то, смотри, ямища какая глубокая. Продолжаем идти по реке, рыбачим. Пока результат 3 хариуса. Но хариус хороший. Крупный. Но мало. Мы сейчас находимся где-то в верхах. Возможно, он уже маленько подскатился. Нужно будет ниже проехать нам. Потому что уже маленько лист даже упал. И, возможно, рыбка уже двинулась. Так что мы пока в верхах бродим. Сейчас пойдем вниз. Будем там пробовать рыбачить. Вот такой у нас план. Ну а пока кидаем здесь блесна. Так, как только выйти здесь. Что, Александр, поклевочка? Не успел я перейти, вот ты уже взял. Молодец. На блесну? Да. Хороший хорюзок. Кажи-ка. О, какие. Я только тебя обходить начал, у тебя поклевка. Так. Молодец. Молодец, Санек.
Я вот сюда сейчас. Ой, чуть не скатился. Чуть не скатился. Ну, там один, тут один, да? Слушай, а тут река пошире пошла, да? Вот там разливы вообще хорошие начались. Туда надо идти. А чё не взяла? Ах ты, выплюнул! Саня, это ты мешок, да? Да, просто. Ух ты! Ну, жалко. Жалко, сход. Ну тут... Я смотрю, говорю, первая атака, морда тупая у него такая. Ох, жаль. Ну мы бы его, конечно, отпустили бы, что говорить. Но подержать в руках, да. Ну ладно, поклевку увидел. И сразу таймешка. Таймешка, Саня же видит. Два заброса. Две атоки. Ну ладно, идем дальше. Что ж теперь? О, Саня, у тебя кто? Харюс, ну-ка. Вообще, нифига себе. Смотри, леска запуталась. О, блесну взял. Леха. Санька вон тут Хариуса взял. Где-то и мешок стоял. Вот просто участок реки такой был. Без рыбы. Время 14 часов, решили перекусить, остановились, будем кипятить чай, перекусим маленько и пойдем сейчас вниз реки. Небольшой результат уже есть, но хотелось бы и побольше, да, Александр? Столько ехали. Зато гуляем в прекрасных диких местах Иркутской области. Да, сиги сейчас подошли за блесной, но не взяли. Пять сишков добрых таких. Сишков, но... ага. Сиги? А сейчас запрет на них. Нельзя их ловить. Нерест. Да хотя бы клюнул мы. Да, хотя бы клюнул, мы бы засняли хотя бы поклевку, но, увы, как и с таймешком произошло. На, Саш, возьми. Ага. Так, а тут Алексей не теряет время, потрошит рыбку. Потому что рыбку надо потрошить сразу. Хоть и на улице прохладно у нас, но все же, да, Алексей? Хариус, рыбка нежная, но все равно мы взяли соль с собой, будем подсаливать. Что тут у нас? Хорошие такие хариуза. Плывет. Ну не у всех. Мне пока сегодня не повезло еще. Ой. Зачетные. Все отлично. С икоркой, да, да вот и корку бы надо выбрать тоже. Сейчас. Маленько передохнуть. Все равно тяжко, да, по бурелому по этим обходишь, да. По реке где переходишь, чтобы добраться до заветной рыбки. Но сегодня уже, смотри, какие сишков видели, таймешку видели.
Еще ленок должен в этой речке взять. Есть, нет? Да должен. Ну где-то мы его должны найти. Но здесь-то уже, смотри, дно другое пошло, каменное. Угу. Совсем другое дно. И порода как дресва, да, какая-то? Тоже. Интересно. Ну, будем идти дальше. Время у нас еще есть. Полтретьего уже. Да вот, мне не нравится вот этот, когда берут нарезной, вот мы берем его тоже вот сейчас. Он лишь сохнет. В пакете выйдет. Надо пакет с дырочкой. Там же пробиты такие, пробоины. У нас переход в низовье реки. Идем через лес. Примерно километр нам нужно спуститься. Режем. Получается, с верхов огибаем петлю и выходим где-то ниже. Там по низу проходим, поднимаемся опять где-то с километр до деляны, на которой у нас стоит вездеход. Ну и выходим к палатке. Вот так вот. Такой план. Едем на базу. Так а что едем? Он на базе стоит у нас. Что нам часа? Сколько? Три осталось для рыбачить. Вот. А завтра уже поедем еще ниже, прокатимся на вездеходе. Ну посмотрим, в общем, как рыбалка. Ну а пока переходим. Что-то поймал, Саня. Это таймешок опять был, красный. Таймешок ушел. Да. Опять таймешок был, красный прям. Ну не могу я их брать, я не знаю почему. Ну красный прям хвост такой, хвостер. Потому что его таймень, да, это... Откуда выскочил? Ну, Сань, бывает что. Второй таймень сходит, как говорится. Ладно, пошли дальше. Продолжаем идти по реке. Время уже 18 часов. Скоро мы будем выходить к палатке, к вездеходу. В общем, пока у меня безрезультативная рыбалка. И у Лехи тоже. Не знаем, думаем, что рыбка скатилась, потому что ловит только Саня. Так и то по одному штуке на ямке. А проходить приходится очень много. Ну вот. Сейчас идем, пробираемся вот по такому месту. Вот здесь мелколесье, завалы. И вот, походу, была лёжка медвежья. Вот он тут копался, рылся, ночевал, походу. И вот его дела. Раз. И два. А вот лёжечка. Мы покричали тут маленько. И до этого кучка была бруснички. Одна брусника, чистая брусника. Вот. Ладно, идем дальше. Будем выходить скоро. Ну а вчера мы встретили медведя на дороге. На вездеходе летели. Выходим из поворота. И вот он, Мишка, стоит. Не успел я его вчера заснять. Он сначала побежал по дороге, а потом в лес юркнул. Ну и мы ходом и ходом. О, смотрите, цивилизация откуда-то притянула с верхов. Ничего себе, во мху вся бутылка. Вообще, да? Откуда она могла тут? Лесники где-то бросили? Вода, наверное, где-то мост может есть. Ну, может, с моста с какого-то, ну. Ого, себе. Прям удивление, да? Ну ладно, пробираемся дальше. Время 18:40. Все, мы закончили рыбалку. На улице заморосил небольшой дождь. Остановились почистить рыбку. Вот такие хрюза. Санек опять всех обловил. Вот такие клюют здесь, но не у всех, да, Алексей? Очень редкие, очень. Да. По одному, главное, стоят. Но хорошие, отличные прям. Сюда бы летом попасть, когда здесь мошка, гнус,
Да, Леха? Долбит. И хорюзок должен тут держаться. Ладно, будем чистить, солить и выходить к вездеходу. И будем отдыхать. Завтра раньше встанем и пойдем ниже. Ну вот мы вышли на деляну от реки на край. Теперь легче будет идти. Сейчас на дорогу тут выйдем и краем нам туда наверх, на самый, подниматься до палатки. Ну ничего, идем. Уже легче. Ну, вот и добрались к палаточке. Прям вышли. Кого не было? Ага. Отлично. Вот мы и дома. Сейчас будем готовить ужин. Картошку с тушенкой. Хорюска сделаем сейчас. Свежий. Солененого. Все. Все, добрались. Отлично. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Да, комментируйте. Перед тем, как поставить дизлайк, пройдите подобный маршрут. Да, прочувствуйте тайгу, да? Ой, ладно, отлично. Кто не ходил, тот не поймет. Да. Зачем нам это надо и для чего это все нужно? Ладно, все, распрягаемся. Блин, вот сколько кантарь весит, сколько. Ну, ведро взяли, наверное, что? Саня взял практически один. Как всегда, молодец. Я ему слегка помог. Ну, а Иван сегодня все ну, камеры снимал. Что говорится. Зато я двух таймени подержал на блесне. Они сошли. Видел Сишков. Ну и как в песне у Розенбаума. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Снова осень. О, ладно. Все, готовим ужин. Будем ужинать. То на сале, на сухпайке сегодня. Надо, да, да, сейчас. О, давай свечу сделаем финскую, да на ней сготовим. А, давай. Давай, все, готовим. Начинаем готовить ужин. Разожгли на финской свече огонь. Засыпаем картоху. В котелок. Пусть варится, потом тушенку туда. И лучок. Картошка проварилась, отправляем тушенку. О! Тушка-то в рыбе, да, получается? Да, прям на шестерке. Да. Саня развел на шестерке тут. Так вот надо убавить. Полежки убрать, она там закроется. Да, чтобы она пусть потушится. Сейчас потушится. Ну хоть дальна эта тушенка, так что быстро просто разварится. Картошка с тушенкой проварилась, отправляем лук и убираем сейчас на печку. Большой огонь надо, чтобы просто потушилось, маленько постояло. У нас все готово, картошка протушилась, вот теперь отправляем зеленушку. Вот так вот. Все. Пусть маленько еще настоится. Вот так. И будем кушать. Все готово. Рыбка малосолится. Картошка готова. Будем садиться. У нас все готово. Ужин готов. Будем ужинать? Будем, конечно. Картошка тушеная. Хорюзок чищенный. Салатик. Давайте за рыбацкий день. Он был не для всех результативный. Кто-то хоть тайми не подержал. Ну да. Парочку, в руки-то тебя не взял. Парочку видел ты, Мишат. Ну что, в руках показал. Давайте. О, все равно свежая. Рыбеха. Рыбак отличный. Все, сидим ужинаем. И будем отдыхать. Завтра хотим пораньше встать,
переехать на другую деляну, там выйти к реке, порыбачить и вернуться. Палатку оставляем здесь. Вот просто уедем на вездеходе. Да, Санек? Да. Такой план у нас. Чтоб не собирать, нам проще будет уехать и вернуться, чем вот эти сборы, там установка. Вот такой план. Все, кипит, ужинаем. Нет, еще чайник не кипит. Следующий день рыбалки. Идем к речке. Переехали в другое место. Пониже. Сейчас пойдем вверх. Вот такой косогор. Там болотина. Внизу опять. Сейчас будем переходить. И внизу где-то уже речушка. Метров 300 нам осталось дошагать до нее. Прошли уже больше километра от вездехода. Потихоньку идем, в общем. Погода сегодня отличная, солнечно. Небо голубое. Надеемся, без дождя сегодня будет. Добрались к реке. А здесь она прям шире, в низах-то. Пошире речушка. Ну что, заходить надо. Сань, ты в воду будешь заходить? Идем по реке, прошли уже довольно много, ни одной поклевки. Река здесь широкая, спокойная какая-то. Поклевок вообще нет, рыбы нет. Не знаем, что делать. То ли выходить к вездеходу, переезжать в другое место, искать выход к реке. Непонятно, то ли рыба скатилась, то ли предположение, речку траванули в верхах где-то. В общем, мысли всякие лезут, но... Да? Мы не знаем, что делать. Выходим. 300 километров от города. Глухомань, а рыбы нет. В верхах получше вчера было. Да. Ладно, сейчас решим, что делать. Выходим к вездеходу с реки. Нашли какую-то тропу. Идем по тропе. Ну, видимо, когда-то угодья были. Вот кулемка стоит, давок на соболя. Оу, такая же? А, капкан? Ну, угодья у кого-то, видишь, что? А тут капканчик, да? Угу. На проволочке. Проволочка свежая, медная. По тропе прям. Соболей кто-то. По путику пошли, значит. Дорога, идем, собираем маслята. Сейчас будем жарить с картошкой. Нажарим сегодня грибочков. Грибов много. И грузди, и маслята вон. Вернулись к палатке. Время уже 15:30. Сейчас хотим по-быстрому собрать палатку и ехать на другую речушку. Если успеем сегодня порыбачить, еще порыбачим. Если нет, просто заночуем там. Ну а завтра уже будем выдвигаться домой. Да? Неудачный заход сегодня у нас. Что-то в низовьях с рыбой плохо. Нужно было опять идти сюда. Может, выше нужно было идти. Непонятно. Непонятно. Ладно, собираемся. У нас тут маленько небольшая проблема с колесом. Саша перебортировал его, выставил ровненько, все, собрал. Теперь качаем. Вот, пожалуйста, компрессор подцепили, да, Саня? 12 вольт выход, прикуриватель. Что у нас тут? 4 ватта потребления, 3 часа больше. Ну да, вот 2,9 час, что, 95 ватт, да? 96-95. И у нас 76% всего лишь потрачено, да? Считай, мы зарядили 3 телефона. Что мы еще заряжали? Камеры заряжали, ты свою, я свою, 2 батарейки. Как бы, ну, хорошая вещь. Не зря. Удобно.
Поснабьем колесико. У Сани весь инструмент здесь. Шуруповерт, гайковерт с собой. Все нужно. Время 18 часов. В общем, мы решили ехать в машине. Загрузили вещи, собрали палатку. Сейчас сколько проедем, здесь темнеет, возможно, заночуем, а может, пешком пойдем до машины. Там решим по месту. Не стали мы здесь оставаться. На речку, на другую не успеваем. Все, едем в машине. Время 20 часов. Мы до машины, в общем, не едем. Решили остановиться в таком домике. По пути нам попался. Мы когда ехали в ту сторону, приметили его. Сейчас будем в нем ночевать. Маленько окно надо подлатать. Медведь выходил или заходил. Он все порвал лапами. Когти он как драл. Вот. Такая избушка. Вот он отходил. Где-то свежие следы есть. Вот. Вот они. Когти. С игром. С ведром, видимо, игрался что-то. И вот сюда пошел. Тык-тык-тык-тык-тык. Вон и тропа уходит в лес. Кстати, не так давно был. Трава примят. Сеноставка натаскала здесь сено, пищуга. Печка есть, сейчас затопим, нары. Даже провиант какой-то есть тут. Странно, почему медведь это все не пошурудил. Да смотри, даже банка тушенки есть, он ее не вскрыл. Интересно, даже не тронул. Но он, может, корябался. Так, вот, смотри, лапу. А, вот, на след. Столе, смотри, весь грязный стол. Вот лапа прям. Ну-ну-ну. Ну вот он. Ну, интересно. Там следы видно. Ну а все, будем вот ночевать там. Здесь. Что, Иван? Грибочки варим. Да, сегодня у нас на ужин жареный картофель и грибы. Маслята. Пока шли с речки, выходили, набрали маленько маслят. Сейчас мы их маленько отварим и потом в картошку добавим. И вот такой ужин у нас будет. Приготовили картошку с грибами. Все, сели ужинать. Сейчас поужинаем, будем спать, отдыхать. А завтра рано выдвигаемся к машине. Ну давайте за закрытие рыбалки, за выезд. Грибочков свежих поесть. Красота. 7 часов утра, переночевали, позавтракали, все, выезжаем к машине. Спасибо избушке, приютило. Парни грузят вездеход. Сегодня встал в 6, было минус 1, сейчас что там показывает? Ну где-то так и показывает, к нулю где-то. Ладно, выезжаем.
Так, а компактный сегодня отложили. Мы добрались к машине. Сегодня половчей мы доехали. Солнце подсушило дороги. Побыстрее ехали, да, Лех? Машина вся сухая. Все отлично. Сейчас выгружаемся, цепляем на жесткую сцепку вездеход и выезжаем.